Рекордный улов. На взятки в 5 миллионов долларов спецслужбы задержали уполномоченного по фонду гарантирования вкладов физлиц. В такую сумму чиновница оценила свои услуги для бывших владельцев одного из украинских банков. По версии правоохранителей, преступную схему она разработала, исполняя обязанности временного администратора в финучреждении. Для его экс-бенефициаров она должна была достать архивные документы и содействовать в выводе средств. Задержание уже прокомментировал нардеп Сергей Каплин на своей странице в Фейсбуке. Он заявил о том, что это проявление в действии квотного принципа. Конкурс на позицию замдиректора-распорядителя ФГФ прошел по договоренностям. Управлять ликвидаторами банков в фонде недавно избрали человека, по словам Каплина, экс-премьера Яценюка. В ГПУ уже заверили, что пойманная с поличным чиновница может попасть за решетку на 12 лет. Банк «Актобанк», ликвидатор працював саме по цьому банку. Затримання відбулося в місті Дніпро. Свої послуги за невтручання ліквідаторів фонду у порядок погашення банківськими установами зобов'язань перед кредиторами, вказана службова особа оцінила в 5 мільйонів доларів США, що становить 131 мільйон гривень.